Здравствуйте, меня зовут Раиса, я гостевой редактор телекомпании «Одинцова». Хотим пригласить вас на съемку программу «СММ. Сами не местные». Раиса Киян – сотрудник телеканала ОТВ. Она выполняет обязанности гостевого редактора, линейного продюсера и корреспондента. В свободное от работы время уже на протяжении года занимается бально-спортивными танцами. Недавно приняла участие в чемпионате, где заняла 3-е, 2-е и 1-е место в различных номинациях. Да, мы занимаемся 3 раза в неделю, по 2, по 3, иногда по 4 часа. Тёма уже выжатый, я говорю, давай ещё. Вот, когда мы уже вот просто вот в таком состоянии, мы выходим из зала и понимаем, что да, сейчас мы уже все сделали. Раиса еще в детстве увлекалась танцами, хип-хоп, джаз-фанк и другие направления. Именно к бально-спортивным интерес появился после успехов брата. Он был чемпионом по классу Б, но в 16 лет бросил занятия. Сейчас ему 31. Но до сих пор, если мы встаем в позицию, у него до сих пор вся эта выправка до сих пор-то есть. Мы даже устраиваем друг другу мастер-классы. Кто лучше танцует спустя много лет? Напарник Раисы – 8-кратный чемпион мира, России и Европы по бально-спортивным танцам Артемий Каташинский. Он вместе со своей сестрой Мариной неоднократно участвовал в танцевальных ТВ-проектах, где пара доходила до полуфинала и финала. На своих достижениях Раиса останавливаться не собирается. В планах у нее уже до конца года получить 1-е место в танцевальном шоу. А в будущем девушка стремится, как и ее напарник, поучаствовать в проектах на ТВ. На самом деле я хотела танцы со звездами. Танцы со звездами и танцы на ТНТ. Может быть, кстати, это очень хорошая идея. Предложу своему партнеру поменяться местами с Мариной и выйти уже в новом составе. Ольга Дмитриева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».